Всем привет! 17 июля, четверг, 25 градусов уже с утра в 6 часов. Ну что можно сказать, эпопея с врачами продолжается пока. Сдаю анализы, в следующий четверг на прием. Но чуть-чуть почувствовал себя лучше. Плюс хочется огромное спасибо сказать людям. Сегодня вышло видео про прошлую неделю, и столько слов поддержки я просто не ожидал. Думал, люди будут разочарованы, что такой неудачник, а тут просто ноги сами понесли на стадион. Что в планах? Планов никаких нет. Попробовать потрусить 7.0, 7.20, посмотреть пульс, что покажет. Ну, хотя бы километров 5, как я говорил в прошлом видео, такой достаточно тестовый провести. Ну, можно и забегом назвать. Ну, пробежечку. И потом пробовать учиться бегать медленно. Ну, в общем, это все разговоры. Надо что-то пробовать делать. Так, ну что я могу сказать? Нарушил я описание врача не бегать. Надеюсь, она на меня не подписана, не увидит. Побегу. Бежал, начал, выбежал где-то 7.20, заканчивал 7.08. И это у меня был такой достаточно тестовый забег. Засек все отметки по километру, как у меня пульс подымался. А это было 114, 121, 127, 132 и 138. И если будет все нормально, ну, бежалось, ну, не могу сказать, что легко. Ну, вот сейчас иду, чувствую, что желудок болит, но я не думаю, что это от бега. Это у меня по утрам обычное состояние, пока не поем. И, в общем, цель такая, пробежать эти же 5 километров с темпом 7-10, не выбегая из второй пульсовой зоны. А это 133. Цель такая достаточно несложная, но надо с чего-то начинать. Смотрел фильм Строфилова, мне понравилось выражение. Ну, что бегать без цели — это все равно, что стрелу выпускать без мишени. Посмотрим, что покажет вечером моя вот эта пробежка. И буду по чуть-чуть трусить. Очень приятно вспомнить, что такое бег. Тренируемся. Итого, 20 июля, 22 градуса, даже непривычно, обычно уже 25 в это время. Иду пробовать идти, бежать, не знаю, как получится. Цель, да, есть даже определенная цель — продержаться 5 километров в первой, второй пульсовой зонах, не выходя из нее. Возможно, даже не стесняясь перейти на шаг. Пока продолжаю сдавать анализы, только в следующий четверг на прием. Но многие друзья, бывшие спортсмены, которым я не являлся, уже запугивают. Откроется язва, там не беги. Ну, как-то стрёмно все равно немножечко. Хоть я еще даже не знаю диагноза. Но я думаю, 7.0 это не бег, а больше быстрая ходьба. Ладно, пробуем. Пробежал я свои 5 километров. Уже начинаю привыкать к такой маленькой цифре. И, ну, выбежал. Видать, ноги соскучились. И выбежал чуть побыстрее. Планировал не выбегать из 7, а первые 2 километра бежал, ну, где-то 6.55, 7.03, но учусь понемножку дисциплине. Начал сбрасывать. 5 километр уже заканчивал 7.25. По пульсу, да, вот это
выбежал чуть быстрее, пульс сразу 122, потом 128, 128, 132, и только на 5-м километре стал 135. Ну ничего, буду продолжать, но если врач не запретит, вот в четверг на прием, в том же темпе, пока пульс не стабилизирую, не буду ни дистанцию увеличивать, ни темп. Видео, в принципе, пока выпускать нечего. И я планировал, ну, думал, через 2 недели. Но столько получил откликов от подписчиков, от людей неравнодушных. Ну, просто было очень приятно. И чтобы так немножечко о себе напомнить, пусть будет за эти 2 тренировки. На прошлой неделе 1 тренировка, сейчас 2. Хочется сказать большое спасибо людям, конечно, столько слов поддержки, даже от людей, которые нещадно меня критиковали. Всем большое спасибо. Уже даже выслали мне программу очень интересную тренировок на полумарафон. Но пока, конечно, главная цель восстановиться. Вообще узнать хотя бы, что у меня. В общем, всем, кому интересно, смотрите, подписывайтесь. Подписывайтесь, опять говорю, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки, советуйте. Советы есть, конечно, очень чудные, но есть очень полезные от людей опытных, более опытных, чем я. Хотя и мои уже 5 лет, я считаю, чего-то достоят. В общем, если все нормально, до встречи через неделю. Всем бегаю.